Какие у вас планы на 2024 год? Я, конечно, хочу когда-нибудь окончить этот мединститут. До сих пор учитесь? До сих пор учусь, еще неизвестно, сколько буду учиться. Закончите все-таки этот мед, что будете делать? Если я его окончу, я потом на юридический пойду. Хочу жениться уже. Ты знаешь, как это будет, родственник? Видит издалека, вот так видит, понял, что, когда? На любых мероприятиях начинает. Понял, в этом году уже полностью закрыть этот вопрос. Получается, вы тоже не женат, как я? Не, 3 жены есть у меня, брат. Я говорю, полностью закрыть вопрос, типа 4-ю хочу взять и уже все полностью закрыть вопрос. Ладно, не есть, запустить кое-что. Такая здравая тема для братьев. Ты бабки даешь, я их ау-ау-ау. Ты потом приводишь там двоих, они приносят бабки, я там ау-ау-ау и... На пирамиду что-то похоже? Не, что за пирамида? Что, я на египтянина похож, что ли, братан? Лестница. Воздух, в небо. Я, допустим, тебе деньги приношу. А как ты их делаешь? Ты, у тебя там какое-то сельское хозяйство, там куда ты выкладываешь? Что за сельское хозяйство, братан? Мы такие современные люди, брат. Какое сельское хозяйство? Мы в городе. А где, брат, ты эти деньги крутишь? Есть за свои моменты, есть, где я кручу. Допустим, если я кента приведу, я от этого тоже получу. Ты кента приводишь, да, конечно, ты от этого получаешь. У меня сейчас на карте есть, допустим, 100 тысяч, я тебе дам. Через сколько я. Если ты сейчас, как раз если ты сейчас дашь, начну уже завершать к 2025 году. Сколько я вытащу? Там нормально можно вытащить, честно говоря. Да? Да? Номер карты дай.